Победительница третьего сезона популярного телепроекта «X-Factor» карагандинка Евгения Барышева продолжает удивлять своим творчеством всех казахстанцев. Недавно она записала две новые песни и сняла клип в Москве. Как живет новоиспеченная звезда отечественного шоу-бизнеса в эксклюзивном репортаже Николая Кравца. Среди серых дождливых туч быть мне облаком разреши. Ты мой свет, ты мой солнце луч, отвечать сразу не спеши. Разольюсь для тебя рекой, чтобы вновь за мечтою плыть. Я беречь буду твой покой, разреши мне тебя любить. Это новая песня Евгении Барышевой «Любить нельзя». Премьера состоялась недавно на сцене программы «X-Factor» в Алматы. Ее написали российские авторы, а клип снимали на улицах Москвы. Сегодня талантливая карагандинка гордится тем, что может исполнять песни, написанные специально для нее. Песня «Любить нельзя», которую я уже исполнила на 4-м «X-Factor», первого финального концерта, всем показалась, кстати, очень грустной. Мне она кажется очень душевной, хорошей песней. И, в общем, как-то говорят, что я очень погрустнела. Теперь Евгению Барышеву знает вся страна. К победе на музыкальном проекте «X-Factor» она шла уверенными шагами. Впереди новые песни и клипы. Звезда «X-Factor» рассказала, почему не любит исполнять песни некоторых российских исполнителей. А все просто. Она считает, что в них нет смысла. Никогда в жизни мне не ляжет текст Веры Брежневой, предположим, или каких-то других групп, группы «Винтаж» и так далее. Mm-hmm. Я считаю, что это полная бессмыслица, но единственное, что людям нравится танцевать под это. Исполнительница также поделилась, что собирается переехать жить в Алматы. По ее словам, это культурная столица, где можно получить развитие как певица. Договор со звукозаписывающей компанией Sony Music у нее заканчивается в мае 2014 года. Но Евгения надеется, что сотрудничество будет продолжено. А будущей весной Барышева отправится в тур по всему Казахстану. Передаю привет зрителям первого карагандинского канала. Смотрите, не пожалеете. Николай Кравец, Сергей Высокосов, Асхат Абидулов, Первый карагандинский.